На сцене команда КВН «Степ и Ко», Новосибирск. Вся наша жизнь сплошной марафон. Спорт это всегда важно, спорт это всегда нужно. Спели мы про спорт дважды, тема «Спорт», потому что... Как вы уже догадались, мы продолжаем тему спорта. Спорт – это марафон. Марафон – это дороги, вдоль которых можно встретить сотрудников ГИБДД. Дежурил я на посту, ну, в общем, как обычно. Гляжу, летит Мерседес со скоростью приличной. Ну, думаю, вот и все, разбогател Андрейка. Но у радара сволочь села. Дисциплина, выдержка и, главное, внимание. Эти качества важны не только в спорте, но и в семейной жизни. Ты приснилась мне однажды. Мы целовались крепко-крепко. Но сон мой резко оборвался от удара табуреткой. Ведь я назвал супругу именем твоим. Теперь она не верит оправданиям моим. И полторы недели я живу уже в машине, в гараже, в отцовском гараже. Но главное, чему нас учит спорт, это всегда идти вперед и не сдаваться, даже после серьезных поражений. Поехали! Помним мы, как в 90-х, кризисом накрыло всех. Становится легче, если рядом с вами надежный партнер. Дамы и господа, а сейчас встречайте на этой сцене чемпионы по парному бодибилдингу Александр Коптель и Наталья Батова. Ну что ж, здравствуйте. Здорово, что вы сегодня зашли к нам. Первый вопрос, скажите, после того, как вы стали чемпионами, вы чувствуете повышенное внимание? Да, в общем-то, нет, люди как пялились, так и пялятся, ну. Понятно, скажите, соревнования были непростые, были ли у вас конкуренты? Да какие конкуренты, разве что чай вдвоем. Ну, а сейчас такой нескромный вопрос. Вот вы все время вместе тренируетесь, выступаете. У вас что-нибудь было? У меня с ней нет, а у нее со мной было. Ну что ж, дамы и господа, сейчас номер, с которым Наталья и Александр стали чемпионами. Распустились они с точки, а затем цветочки. А по району ходят, бродят модные типочки. Корчатся тучки, мордочки, сидят на корточках. Лупают сумки и на кухне курят форточку. Друзья, ну вот мы в очередной раз убедились, что одна из особенностей России – это отличные спортсмены. А вообще у нашей страны много замечательных особенностей, которые мы с вами должны знать и ценить. В
поле, русское поле. Немцы боятся играть в лужниках. И дело не в поле, не в искусственном поле, а в русских простых боевых мужиках. Горе, русское горе, это когда телефон уронил. И от падения, из-за ударения, теперь он не звонит, а раньше звонил. Бабы, русские бабы, могут в огонь и гоня на скаку. И эти вот бабы с таким-то умением могут вот так умиляться цветку. Песни, русские песни, в доме высоком и в низкой избе, поются по старой проверенной схеме. Сначала попса, а чуть позже любэ. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий